модные шапки-шляпы. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о видах головных уборов. Эта мужская шляпа и женская шляпка не выходят из моды уже многие годы. Головной убор занимает важнейшее место в любом гардеробе. Благодаря истории мы можем проследить движение моды. Головной убор важен не только для модниц, но и не менее важен для мужчин, которые хотят быть всегда в тренде. Головной убор, сохраняющий устойчивую форму, обычно состоит из тулей, частично покрывает голову, и полей, полосы, выступающие из-под тулей, и выполняет декоративную функцию. Изготавливается из фетра, шерсти, велюра, соломы, льна, кожи. Великое множество фасонов, которые пришли к нам с далеких 30-70-х годов века. Гаучо мужская и женская шляпа, тулья плоской формы с небольшими, ровными полями. Тог, женская шляпка с плоским верхом и цилиндрической тульей средней высоты, часто украшена цветами. Совсем без полей. Цилиндр, мужская и женская шляпа. Высокая цилиндрическая тулья. Неширокая, немного загнутая вверх поле. Мужской вариант этой модели появился в Великобритании в 1797 году. Федора, мужская и женская шляпка не выходит из моды уже многие годы. Эту модель любят мужчины и женщины за ее стильный и элегантный вид. Высокая тулья, вогнутая с трех сторон, позволяет создать неповторимый образ. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии.